Тепличный комбинат «Солнышко» собрал первый урожай. Уже сегодня огурцы поступят на прилавки города. Одним из первых вкус свежих овощей в ходе рабочего визита на предприятие оценил начальник департамента природных ресурсов, экологии, АПК и торговли Олег Белак. Вместе с ним и наша съемочная группа. Уже на протяжении почти 20 лет тепличный комбинат «Солнышко» радует жителей округа своей продукцией. Ежегодно с конца марта тепличный комплекс отправляет на прилавки города первую продукцию – огурцы. Хочу сказать, что наши огурцы уже в феврале продавались. Никому не верьте. Наши огурцы продаются только, в продажу поступают только с апреля месяца. Остальное – это фантазия коммерсантов. В этом году примерно 25 килограмм такого сорта огурцов снимут с квадратного метра. Всего планируют собрать 70 тонн. У нас новый сорт. Сорт называется «Раис». Это голландская селекция. Это не гладкоплодный, как ранее мы выращивали, бугорчатый. Вот. В общем-то, к таким огурцам спрос-то больше. Сейчас комбинат работает по старой технологии, что не позволяет собирать урожай круглогодично. Строящуюся, то есть модернизацию котельной, которая должна, надеемся, что завершится, в крайнем случае, в следующем году, хотелось бы, чтобы она завершилась в этом году, и тогда уже будет возможность построить теплицы с круглогодичным обеспечением города зеленью, то есть огурцами, помидорами, и салатами и прочей зеленой продукцией. Вообще тепличное производство сродни ювелирному искусству. Не зря же для теплиц производят совершенно особенное энергооборудование, а сами теплицы делают из специальных материалов. Выращивание местных огурцов не использует химической продукции, что выгодно отличает их от импортных сортов. В ассортимент тепличного комбината также входят укроп, петрушка, салат, базилик и редис. Кстати, зелень выращивают круглый год. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».